Вспышка справа. Штыц. Воин железнодорожник. Красавец. Йоу-йоу. Это рэпчик, братка. Слушай, ну сами на талант. Это нормально, блядь, это каждый день я вижу на танке. Сынусь от горя, не любите, а что-то девки, блядь, молоко. Стоять недалеко, блядь. Короче, армия хуйня ебаная, не хотите служить, я ебал. Бомба, да? Да, красить его объекты, да. Как он, блядь. Нормальный здравый пацан. И цементировать, как он, блядь. Пидор. Ре-ре-свет. О, качаем, нихуя, да? Ты еще все снимаешь, что ли? Да. Ну а хуй делать? Ебанут. Вот это жизнь, да. Каток кидали, да? Все, да. Кому, короче, быстрее шишку набьет. Ну что, надо сразу? Давай, все. О, ну, бля, посильнее надо. Посильнее. Ну, понял. Ну что, слабо, надо. Ну, понял. Весна, я люблю.
Сегодня... Сегодня 4 декабря, вечер, холодно. Мы нашли гитару, пытаемся ее убить. Стереть пальцы об струны, или струны об пальцы разбить, я не знаю, что они пытаются. И, короче, по струнам хуяришь, и, блядь, музыка идет, пацаны поют песни под музыку. Получается не очень, но, блядь, неплохо, так нормально, душевно, то есть, разбавить вот эту обстановку ебучую, когда вот ты сидишь такой, залипаешь просто то, что нужно делать, то с хуяка гитара. Да нахуй я заебался. Удаляй нахуй.